Оригинальный подход придумали в Талдыкургане, чтобы заинтересовать школьников книгами. Здесь провели фестиваль комиксов «Тиайкон». Организаторами выступили областное управление внутренней политики и центр «Рухани Жангру». Ну а для достижения своей цели они пригласили зарубежных авторов-иллюстраторов, художников комиксов и аниматоров. Оразхан Жакуб – художник-иллюстратор комиксов на казахском языке. Натура увлеченная и стремится вовлечь в создание комиксов все больше молодежи. А потому на фестиваль привез несколько серий иллюстрированных рассказов «Еркитай» и «Житысу». Принято считать, что знания получают из книг, а сейчас век кино, анимации. Сейчас многие дети, да и взрослые, перестали читать. А комикс – это такая переходная ступень, очень удачная альтернатива и кино. На мой взгляд, комиксы, они отчасти прививают любовь к чтению. В этот день Талдыкурган стал центром притяжения ведущих арт-художников, сценаристов, редакторов. Среди них и гость из Турции Омер Амри Эрдур. Он поделился своим видением субкультуры анимешников. Комиксы с каждым днем теряют свой статус как отдельная субкультура. Для молодежи это уже как необходимость, как часть их существования. Теперь наша главная задача через комиксы рассказать об истории наших предков. Пусть это будет своего рода героическая сага в картинках. Фестиваль комиксов «Тикон» проводится уже второй раз. Через иллюстрированные рассказы организаторы мечтают про будить интерес школьников к истории и культуре. Теперь остается создать целую серию анимешных книг, посвященных казахскому эпосу. Целью данного проекта является реализация программной статьи Елбаса «Рухани Жангру». Мы хотим, чтобы дети знали не американских и не зарубежных героев, наших своих героев и батыров. Итогом мероприятия стали состязания по сборке кубика Рубика на время. Победители были награждены ценными призами. Гульнар Жантасова, Ужаз Байбусынов, Хабар 24, Алматинская область.